Привет! Сегодня я делаю видео про мои браслеты. Итак, начнем. Первое, мои браслеты. Вот такие финички. Такая. Вот такая. 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 И вот две таких. Это были фенечки. Дальше у меня есть вот такая фенечка из бисера. Вот такая же. И вот такая. Потом у меня еще есть вот такие браслеты. Вот такой браслет. Ну, который светится в темноте. И у меня был второй, но я его где-то потерял. Вот такой. Я очень люблю такие резиновые браслеты, они очень мне нравятся. Вот, и еще такой. Это мило, вы знаете, вот в такой шкатулочке. Я вам помню, рассказывала. И я еще вот такой у меня коробочка. Первый браслет я купила вот так. Вот столько у меня их было. У меня их было 10 штук. Вот, и я подарила сестренке 5. И у меня осталось 5. Так, я так вот. И вот такой браслет. Но его лучше носить в школу. Вот, браслет-ручка. Вот так его держать. Вот и все. Все мои браслеты. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. С вами была Вика Вик.